Окей, воскрекен, друзья. Сегодня произошло то, чего ждали все гики на этой планете. Вышел трейлер Дэдпула 3, также известный как Дэдпул и Росомаха. В представлении не нуждается, без лишних слов. Давайте посмотрим, отреагируем и обсудим. Погнали! I told you, you're not welcome here. You're not welcome anywhere. Now get the fuck out of my bar. Just give me one more drink and then I'll leave. Hi, Peanut. I'm gonna want you to come with me right now. Look, lady, I'm not interested. All right, well, I'm sort of on the tick-tick, so upsy-daisy. Here we go. Oh, опаньки. Whiskey dick of the claws. It's quite common in Wolverines over 40. You don't want this. Unless you want to take a deep breath through your fucking forehead, I suggest you reconsider. Costume! I'm about to lose everything that I've ever cared about. Not my fucking problem. Is that what you said when your world went to shit? Come again. О, зря ты это сказал. Let down his entire world. Want to talk about what's haunting you, or should we wait for a third act flashback? Go fuck yourself. В этом июле. I don't know anything about saving worlds, but you do. Trust me, kid, I'm no hero. You were an X-Man. You were the X-Man. Ooh, это, кстати, хорошо. I am soaking wet right now. Пошла бойня. Boys are so silly. Опа, опа, о-о-о. Big slow motion action sequence. Безумный Макс, сюда. Who knows if you live or die? Это Магнито? Let's fucking go! Let's fucking go. Let's fucking go, друзья, действительно. Опа, портальчик. Ну? Wanna do some cocaine? Hey! The one thing that Feige said is off limits. What about Bolivian marching powder? They know all the slang terms. They have a list. Even snowboarding? Even disco dust. White girl interrupter? Even forest bump. Do you want to build a snowman? Yes! But I can't. Просто сюда, друзья. Я Дэдпула обожаю, наверное, лет, ну... Со скольких мне комиксов покупали? 7-8, когда я увидел первую экшн-фигурку его в комиксах с Ultimate Spider-Man, с удивительным, как его у нас переведено на русский язык, Человеком-пауком. Я тогда подумал, блин, это Человек-паук с пушками, он крутой чел. И вот, наконец-то, выходит триквел. Его фильмов с Росомахой, с Хью Джекманом, в каноничном костюме. Показали какую-то лысую тетку, которая, видимо, антагонист, наверное, потому что это трейлер, но при этом вот ни хрена не рассказал сюжетную завязку. Вот какой-то мир, который подвел Росомаха, почему-то мир Дэдпула тоже идет куда-то не туда. Скорее всего, это будет все связано с ТВА и Локи. Это все мы оставим вот декодерам, которые разбирают каждый трейлер и фильм по микрону. Мне это не интересно. Мне интересно, чтобы кино было классное, чтобы все прикололись. Вот с этого, я думаю, я смогу приколоться в кинотеатре в июле. Блин, друзья, жду лето очень сильно. Трейлер смешной. В нем, как и во всех фильмах о Дэдпуле, показали насилие. В нем показали хохмы, Росомахи. В нем показали чуть-чуть персонажей, показали какие-то отсылочки. Самое главное, что в этом трейлере есть, это химия. Между Дэдпулом и Росомахой. Если химии нет, то это все вообще нам нафиг не надо. Можно скомкать и выкинуть в мусорку, еще и плюнуть туда. Сейчас же есть подозрение, что будет нормальный кинч.
знаете, во время просмотра, если ты читаешь комиксы, ты смотришь такой трейлер, у тебя сразу в голове все вот эти парные линейки комиксов, которые выходили. Это и Дэдпул Кейбл, Дэдпул Спайдер, и Росомаха объединялся тоже с множеством других персонажей в комиксах. И вот у нас наконец-то выходит такой Динамик Дуо фильм. Можно сказать, что это первый прецедент, но на самом деле же выходило еще что у нас там выходило. Антмен и Восп, Человек-муравей и Оса. Ну, давайте честно, это вот персонажи одной вселенной. Выходил, что там, Сокол и Зимний солдат. Опять же, персонажи одной вселенной. А тут, наконец-то, пересекли Дэдпула, который как бы отсылался к X-менам, но при этом... как бы сами X-мены, да, появлялись, кто Колосс появлялся, еще парочка персонажей, Джиггернаут, в его фильмах, при этом он в фильмах про Людей X не появлялся, и Росомаха из Людей X, и в трейлере не соврали, когда Дэдпул говорил, что ты и есть Росомаха, потому что Хью Джекман это, наверное, ну, символ вот тех Людей X сразу после, ну, наверное, даже вот он первый, и потом идет Чарльз Ксавье, актер, который выиграл, к сожалению, я забыл его имя. Он еще появлялся в фильме «Мультивселенная безумие. Доктор Стрэндж. Часть 2». Кстати, тут мы тоже увидели порталы Доктора Стрэндж, увидели дофига всего. Но опять же, непонятно, что происходит, какой сюжетный примес, кто злодей, против кого воюем, к чему стремимся. И, наверное, это даже хорошо. Потому что плохо, когда трейлер рассказывает всю сюжетную завязку. Плохо, когда он заходит со всех козырей. Разумеется, хотелось бы, чтобы показали побольше. Но нам показали опять вот эту драку в зимнем лесу. Нам показали опять эту драку на пустоши. Да, какие-то новые кадры. Но в целом нам на самом-то деле не шибко много чего засветили нового. То есть нас как бы скорее горизонтально так вот показали, что вот есть еще вот в этих сценах вот такие кадры, да, там в сцене драки Дэдпул получает когтями по причиндалам. Нам не показали как бы в глубину, они рассказали, что будет, чего ждать. Поэтому будем сидеть и чекать, видимо, на второй трейлер, дай бог, или на июль, когда это все дело выйдет. И тогда мы сходим в кинотеатр и посмотрим. А на этом все, дорогие друзья. Большое спасибо за просмотр, лайки, комментарии, донаты. Все это пишите, ставьте, подписывайтесь на канал. И до скорых встреч, друзья. Адьос. И еще увидимся.